Константин Слыщенко проведет приемы граждан на Камчатке. Депутат Госдумы прибыл на полуостров в рамках региональной недели. В понедельник он принимал камчатцев в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на Ленинградской в Петропавловске. Во вторник Слыщенко ответит на вопросы жителей Паратунки. Прием граждан в поселке состоится в здании собрания депутатов. В этот же день в 14:30 депутат проведет встречу с жителями Елизовского района в местной администрации. При себе гражданам нужно иметь паспорт и письменное обращение на имя депутата. Предварительная запись на приемы не обязательна. В ходе рабочей недели Слыщенко также проведет встречи с однопартийцами. Главной темой совещания станет законодательная инициатива правительства Российской Федерации в части повышения пенсионного возраста.